Здравствуйте! В эфире InstaLife с Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета. Давайте посмотрим ознакомительное видео и познакомимся поближе с институтом. У нас сочетаются лучшие стороны как и университетского образования, так и мы активно привлекаем промышленных партнеров, развиваем промышленные лаборатории. Также у нас есть ряд своих научных лабораторий, которые занимаются перспективными исследованиями в области визуализации, моделирования, трансфера технологий, технологического предпринимательства, машинного обучения, машинного понимания, робототехники, образовательных технологий. В ходе сегодняшнего прямого эфира вы сможете задать вопросы об образовательных программах, прием на который будет осуществляться в 2020 году, об особенностях учебного процесса, об вступительных испытаниях, условиях приема и так далее. На ваши вопросы ответит директор Высшей школы ИТИСТ Михаил Михайлович Абрамский. Заместитель директора по развитию Высшей школы ИТИС Ирина Александровна Максимова. И профорг Высшей школы ИТИС Илья Хмедянов. Привет. В общем, давайте посмотрим, какие, может быть, уже вопросы есть. Я видела вопрос, кто-то спросил, не отменили ли при День открытых дверей, я так понимаю, офлайн День открытых дверей.
Можно сразу ответить на этот вопрос. Не отменили, он будет 28 марта, так что, пожалуйста, welcome. Но если нам запретят, то мы обязательно проведем в онлайн-формате, типа тех же трансляций в Инстаграм. То есть это достаточно популярный у нас формат. Иногда мы так проводим консультации с экзаменом. Так что не переживайте. Может быть, тогда начнем. Да, с первого такого, мне кажется, самого популярного вопроса. Какие проходные баллы вообще, в принципе, на бюджет, может быть, конкретные, на какие другие еще, да, на контракт, на грант, вот в этом году будут какие? Но проходные баллы ни один вуз не устанавливает. Проходной балл всегда фиксируется последним приказом зачисления ребят на бюджет предыдущего года. И поэтому мы не знаем, какие будут в этом году. Можем только сказать статистику прошлых лет. В 2019 году последний человек, кто поступил к нам на бюджет, это 79-е место было. 268 баллов у этого человека было. Но для ориентировки, средний балл по одному предмету у студентов-бюджетников составляет 92 балла по предмету. Вот нужно примерно на эти цифры ориентироваться, чтобы гарантированно поступить к нам на бюджет. Может быть, мы тогда немножечко узнаем как раз о направлениях, на которых можно поступить, да, и, может быть, нам об этом расскажет директор Высшей школы ТИС Михаил Михайлович Абрамский. Пожалуйста. Всем добрый день. Все время как первый раз выступать на Инсталайфе, хотя это не новый для нас формат, но все-таки ощущение, что нас смотрит не три человека, а сотни, может быть, даже зрителей. Я всех приветствую, я очень рад рассказывать о нашем институте. Мы один из самых молодых факультетов в Казанском университете. Первый набор у нас был в 2011 году. Мы открылись для того, чтобы наши выпускники и наши студенты могли быть сразу встроены в деятельность IT-компаний, для того, чтобы они сразу на выходе понимали, как устроена разработка промышленная, понимали специфику области, могли развиваться. Мы пытались на нашей площадке совместить лучшие практики университетского образования и промышленных партнеров, которых у нас достаточно много. Наверное, мы общаемся со всеми известными компаниями Казани и Татарстана. Наше главное направление, на котором мы принимаем бакалавриат, это 4 года обучения, называется оно программная инженерия. Это, конечно же, в первую очередь про разработку информационных систем. Но это понятие достаточно широкое, то есть это мы говорим и про веб-разработку, и про мобильную разработку, разработка там иного вида приложений. Но надо понимать, что все-таки программист или разработчик — это не единственная профессия в IT-сфере, поэтому мы нацеливаемся на самоопределение наших обучающихся в той деятельности, которой они хотят заниматься. То есть естественно, что изначально, поступая к нам, люди знают просто про IT. Но все-таки в процессе обучения на нашем направлении программной инженерии ребята специализируются, выбирая определенные курсы по выбору, проектную работу, лаборатории и так далее. Во-первых, о профессиях в IT. Их очень много. Даже можно вот, собственно, по пальцам обеих рук посчитать количество, которое только придут в голову. Это системный аналитик, бизнес-аналитик, проектный менеджер, тестировщик, системный администратор, веб-дизайнер, проектировщик интерфейса, просто дизайнер, верстальщик. Веб-разработка делится на две части, фронт-энд и бэк-энд. Вот у нас Лия Профорк, но она еще фронт-энд-разработчик, на самом деле, это вот ее специализация на данный момент. Вот. Видите, и, соответственно, надо понимать, что в процессе обучения, хоть мы готовим направление программной инженерии, но бакалавр программный инженер может работать на самом деле на одной из этих позиций и не только на этих. То есть, с одной стороны, у нас, конечно же, есть общая часть предметов, которые идут в русле программной инженерии. Это разработка, проектирование и ряд других тоже курсов, посвященных этапам. Но все-таки у нас большое количество курсов по выбору, которые связаны с нашими направлениями. У нас направлений тоже достаточно много. Это веб- и мобильная разработка, корпоративная разработка. Это наши научно-практические направления. Интеллектуальная робототехника, искусственный интеллект, анализ данных, анализ текста. Это образовательные технологии IT в образовании. Это большое количество проектов, связанных с виртуальной дополненной реальностью, разработкой игр и моделингом как таковым. Также это финтех,
технологии в финансовой сфере. Словом, я даже сейчас боюсь ошибиться, что все направления перечислю, потому что еще, конечно, облачные технологии, системное администрирование. В общем-то, всему мы уделяем внимание. То есть все ключевые тренды эти сферы представлены в наших курсах по выбору образовательных программах. И наши выпускники действительно работают не только разработчиками, но еще и в других абсолютно сферах. Есть среди наших выпускников и HR-ы, есть и, по-моему, пиар-специалистов, не так много. Вот. Но, конечно же, большая часть наших выпускников, больше половины, работает разработчиками в той или иной сфере. Соответственно, мы вас ждем на наших программах. Я готов еще очень много рассказывать, но я, пожалуй, попытаюсь больше отвечать на вопросы, которые поступают. Задавайте смелее любые вопросы. Мы предельно открыты к обсуждению того, что у нас есть и что мы готовы вам предложить. Тогда следующий вопрос. Когда начинается прием документов, собственно? Отличается ли это от других институтов? Есть какие-то правила? Угу. Прием документов открывается с 20 июня, это ежегодно. Отличий по дате приема документов другие институты нет. По всей России все стартуют с 20 июня. Но подать документы можно способом, что вы подаете копию через систему абитуриент kpfu.ru, приезжать к нам не нужно, почтой пересылать копию. Можно давайте подчеркнем этот момент, да. То есть приезжать не нужно, это не так, что мы говорим, на самом деле надо. То есть в первую очередь, когда подается документ, чтобы участвовать в общем конкурсе, достаточно просто зарегистрироваться, и все, вы уже участвуете в конкурсе. Это считается, вы подали копию. Но когда вы в личном кабинете при регистрации уже видите свой статус, ваш рейтинг, и рейтинг показывается, если бы вы принесли оригинал аттестата или только по копиям, вы принимаете решение, вести оригинал или нет. Но оригиналы мы уже принимаем тоже с 20 июня по 26 июля. Вот это активная пора, когда мы принимаем оригиналы аттестата. Все остальное вы прикрепляете в систему, никаких документов, кроме оригинала аттестата и фотографии, нам не нужно. Медицинских справок нам тоже не нужно. Да. А есть ли возможность у абитуриентов из стран СНГ на бюджет поступить и сдать экзамены дистанционно? Мы делаем все усилия, чтобы как можно больше ребят поступали и из других регионов России удаленных, и из стран СНГ, и из дальнего зарубежья. Поэтому у нас есть возможность дистанционно сдавать экзамены через систему Proctoring. Ребята сдают тестовые вопросы. Это они приравниваются к уровню сложности к заданиям ЕГЭ, которые ребята у нас пишут в России. И вы заполняете, то есть отвечаете на эти вопросы в то же самое время, когда проходит у нас здесь очно, внутри университета эти экзамены. Но ребята, которые сдают дистанционно экзамены, они имеют право претендовать только на контрактное место. Если вы все-таки хотите претендовать и на бюджетное место, то вам придется приехать к нам в университет, и начало сдачи очных экзаменов в университете с 13 июля по 26 июля идут вот череда экзаменов. То есть в этот период вам нужно будет приехать. Не все абитуриенты из не всех стран СНГ имеют право принимать участие в конкурсе на бюджет, но большинство стран имеют такое право поступить к нам на бюджет. Самое главное – хорошо сдать экзамены и набрать 87 и выше баллов за предмет. А если мы затронули как раз-таки тему иностранных абитуриентов, хотелось бы узнать, в общем, как они живут, может быть, да, где они живут, да, в деревне Универсиады или еще где-то. То есть, может быть, нам Лия вот ответит на этот вопрос. Всем привет еще раз. Все первокурсники, которые поступают к нам в универ, они живут в деревне Универсиады. Абсолютно все первокурсники. Дальше уже я буду, наверное, вам помогать, информировать вас, пройдете вы дальше уже на втором курсе в общежитии или нет. То есть формируется рейтинг, где учитывается ваша учеба, ваша активная внеучебная деятельность, и таким образом уже на втором курсе вы выбираете себе общежитие. Поэтому заселение у нас идет в деревню Универсиады. Вот все медицинские справки нужно туда, а не в учебную часть.
Ну, у нас 100% заселение, то есть 7 ребят мы предоставляем общежитие с 1 по 4 курс. Просто кто-то после первого курса остается жить в деревне Универсиада, кто-то переезжает в другие кампусы. Есть кампусы у нас прямо через дорогу, можно в тапочках приходить к нам на учебу. И есть кампусы, ну, добираться на общественном транспорте 15 минут. Да, достаточно, в общем, удобно. И вот такой еще вопрос есть. А какие-то личные достижения влияют на поступление вообще? Личное достижение – это понятие обширное. Есть кто занимается спортом, кандидат мастера спорта, кто музыкальную школу закончил, кто художественную. Вот такие достижения не учитываются. Учитываются достижения, связанные с вашим образованием. 5 баллов к сумме ЕГЭ прибавляется за аттестат с отличием. Также прибавляется 5 баллов, если вы победитель межрегиональных олимпиад, победитель Всероссийской конференции для школьников имени Лобачевского. 3 балла дается, если вы призеры. И также, если вы посещали и успешно защитили свой проект в школе Samsung, то победители получают плюс 5 баллов, призеры получают плюс 3 балла. Это вот такие основные дополнительные баллы, которые даются за индивидуальные достижения. Но много ребят к нам поступают, которые являются победителями, призерами всероссийских олимпиад. Вот победители поступают вообще без вступительных испытаний, сразу же они зачисляются в самый-самый первый приказ. А вот призеры всероссийских олимпиад, если они по предмету, по которому они проходили вот соревнования в олимпиаде, и если этот предмет совпадает с нашими вступительными испытаниями, математика, русский, информатика, и вы заняли по этим предметам 75 баллов за ЕГЭ и выше, то наш университет вам присуждает 100 баллов за этот предмет, что повышает значительно ваши шансы поступить к нам на бюджет. Можно я добавлю, Ирина Александровна уже наизусть знает все эти правила, но, разумеется, все их можно найти. Во-первых, на сайте нашего института kpfu.ru/itis или itis.kpfu.ru, либо также на странице нашей приемной комиссии, где тоже все эти правила есть в регламенте приема. То есть не стоит переживать, если вы не сразу все записали, вся информация представлена там. Вопрос как раз из Инстаграма. Добрый день. Как взять целевое направление в ВУЗ? На целевое направление имеют претендовать ребята, которые заключили договор с органами муниципальной, исполнительной, то есть с органами власти, либо с компаниями, у которых 50% акций принадлежит государству. И нужно понимать всю ответственность целевого договора, потому что правила с прошлого года изменились. Если вы закончили обучение и отказались от места работы, которое вы должны были после окончания обучения пойти в то предприятие, то вы должны будете в университет вернуть всю сумму, которая была заплачена государством за ваше 4-годичное обучение. Либо если компания или организация отказалась вас принять, то она должна будет заплатить неустойку. Но для информации, на самом деле, целевых мест в целом не так много. По-моему, их в этом году... В прошлом году было 8 мест. На этот год количество целевых мест будет известно в конце мая. И среди желающих поступить на целевое обучение также есть конкурс. То есть если будет очень много желающих, то будут зачисляться ребята с наивысшими результатами ЕГЭ. Ну, примерно, то есть те же в районе 8 где-то так же. Да. Да, 8-10 человек мы ожидаем, что будет такое количество целевиков. Когда, если у вас на руках будет уже такой договор, когда вы будете подавать заявление к нам в ИТИС через систему абитуриент КПФУ.ру, при заполнении анкеты вы будете указывать, что у вас есть на руках целевой договор, и когда вы уже физически к нам придете в приемную комиссию, это по адресу Карла Маркса, Кремлевская, дом 35, то у нас есть специальные люди, которые работают именно с такой категорией наших абитуриентов.
А вообще, сколько человек набирается в 2020 году, есть ли цифра какая-то, да, по общему приему? Угу. У нас принимается 240 человек, это граждане России, и 25 человек это для иностранцев. То есть итого у нас будет с учетом всего контингента и на бюджет, и на контракт 265 человек. Угу. Еще такой вопрос. А учат ли 3D-моделированию? Спрашивают. Ну вот я сказал слово моделинг. Как раз-таки у нас есть целое направление, посвященное вещам, связанным с разработкой игр, дополненной виртуальной реальности, то есть AR/VR, и также там есть моделинг, то есть ряд курсов и также проектов. То есть у нас этим занимается отдельная лаборатория Digital Media Lab, руководит ее это кандидат технической наук Лада Кугуракова. Соответственно, в прошлом году мы еще открыли магистратуру в этом направлении. У нас есть магистерская программа технологиям дополненной и виртуальной реальности. Но в бакалавриате у нас есть, скажем так, траектория для таких студентов, которые начинают уже со второго курса, а вообще можно сказать, что и с первого, потому что есть еще летняя практика. Они могут обучаться именно в рамках вот, собственно, этих технологий. То есть это гейм-дизайн и разработка игр, моделинг и AR/VR приложения. Соответственно, да. У нас есть такие курсы, и можно на них пройти. Я думаю, стоит еще раз повторить, мы так вскользь сказали о том, какие предметы нужно сдавать, чтобы поступить на программную инженерию, на бакалавриат. Можно повторить, я думаю. Математика, подчеркиваю, профильная, потому что много абитуриентов задают вопрос, а какую математику, общую или профильную? Конечно же, профильную, русский язык и информатику. Еще следующий вопрос тогда. Есть информация, что те, кто не поступил на бюджет, могут учиться на гранте. Вообще, как работает эта система, как его получить? Вот немножечко подробнее об этом. Грантовая система у нас действует в нашей высшей школе с 2011 года. Инициатор был наш на то время министр информатизации и связи Николай Анатольевич Никифоров. Цель привлечь в республику талантливых ребят со всей России для обучения в нашей высшей школе ИТИС. И вторая цель – это стимулирование для ребят к хорошей успеваемости, потому что грант выделяется ежегодно, отличие от бюджетного места. Бюджет дается на 4 года, а грант дается ежегодно. И третья цель выделения гранта – это удержание вот этих лучших ребят, лучших выпускников, которые все 4 года трудились, учились, старались удержать здесь, в нашей республике, чтобы обязанность ребят после окончания обучения отработать по специальности в любой компании, которая зарегистрирована на территории нашей республики. Также ребята могут быть самозанятыми, либо открывать свое ИП, открывать свои фирмы. Это тоже будет засчитываться как отработка. Но если человек хочет идти работать в госорганы и тоже по специальности, то здесь есть льгота по отработке. Срок сокращается в 2 раза. То есть если студент учился 4 года на гранте, то он должен отработать всего лишь 2 года. А если он пошел в коммерческую компанию, либо сам открыл свое дело, то он также должен отработать 4 года, то есть отработать. И отработка засчитывается только после получения диплома. И хотелось бы также в продолжении разговора, вот, Михаил Михайлович, расскажите, пожалуйста, как вообще, как успешно трудоустраиваются наши я тоже являюсь частью института, студенты, об их успехах, вот немножко об этом, об их пути вот после. Я думаю, что мы сотрудничаем с огромным количеством компаний, и наши студенты в них потом работают очень успешно. Ну, я сейчас, может быть, подставлю нашего профорга. У нас, то есть, отходить не будем от реальных примеров. Вот, мне не нравится слово «после», потому что наши студенты, некоторые работают, и даже некоторые, а многие, даже со второго курса, и они могут уже трудоустраиваться на part-time, то есть это на частичную занятость. Вот, Ли, расскажи, как бы, что у тебя на третьем курсе было про работу? В общем, у нас… Правду.
Буду говорить правду. У нас огромный плюс в ИТИСе в том, что у нас есть лаборатория. Мне повезло с тем, что нас в лаборатории летом позвали проходить производственную практику там 2-4 недели, где мы работали с реальными проектами. После у нас было собеседование, и нас уже хотели взять на работу. Но я подумала, что я хочу быть профоргом, и решила продолжить эту деятельность в институте. Дальше я пошла в другую лабораторию, которая у нас была. Они нам дали практику, чтобы закрыть проектную практику, которая у нас есть. Тоже мы там проходили и работали с реальными проектами. Сейчас я вернулась в первую лабораторию, где я проходила летнюю практику. Меня взяли на работу не разработчиком, а PM-ом, релиз-менеджером. Поэтому я и профорг, и релиз-менеджер. Успешно работаю, и все мои однокурсники успешно работают сейчас, больше половины. Хотелось бы сказать, что при этом спасибо Ли, что она остается профоргом нашего института, потому что все-таки студенческая активность, то, что есть в каждом вузе, ей заниматься все сложнее, если это еще и совмещать не только с учебой, но еще и с работой, самой настоящей, на которой можно и зарабатывать, и значит ответственность там тоже появляется. Вот. А вообще, кстати говоря, Ли, вот раз у нас здесь находится студент, расскажи, почему ты пришла в ИТИС. Я думаю, что нашим слушателям будет это интересно. И слушателям, и зрителям, всем. Это такой вопрос. Наверное, касаемо меня, у всех в школах есть свой любимый какой-то предмет, там литература, история. В моем случае это была математика, и когда я выбирала университет, это был Казанский федеральный, просто потому что я татарка, а Казанский федеральный университет — это самый лучший университет. И у меня был выбор между ИВМИТом и ИТИСом, но мне ИТИС показался моложе, лучше, круче, интереснее, просто потому что там было больше практики, были курсы по выбору, а меня пугало то, что если я выберу быть программистом, а потом расхочу, мне не понравится, то в ИТИСе есть возможность. Как уже Михаил Михайлович сказал в начале, у нас есть разные направления, где мы можем попробовать себя и дизайнерами, и PM, и веб-разработчик, и мобильная разработка. Поэтому, наверное, я смотрела на это и не пожалела то, что сейчас на третьем курсе. Вот. Ну и причем говоря про то, насколько наши студенты разработчики или нет, давайте сверимся. Вот у вас сейчас в расписании находятся предметы. То есть я сейчас попробую по памяти перечислять. То есть это информационная безопасность, управление проектами, архитектура систем, основы бизнеса, потом физкультура, право, ну да, философия, право, философия, да, физкультура, так английский уже закончился. Ну то есть видите, то есть да, и курс по выбору все-таки профильный есть, соответственно, видите, не все предметы у нас уже на третьем курсе прямо такие технарские, на самом деле нам нравится думать о том, что мы IT-факультет, который стоит на стыке именно технической и гуманитарной сферы, потому что наши студенты все-таки, ну, не все, скажем так, классические технари, а еще и люди, которые должны коммуницировать и со своими будущими коллегами по работе, со своими однокурсниками. Потому что, вообще говоря, если вот мы спросим компании айтишные, кто им нужен, они в первым делом скажут, нам нужен человек, у которого есть так называемые soft skills, то есть мягкие навыки. Дело в том, что доучить человека, который что-то не знает, можно, но научить человека коммуницированию, коммуникации профессиональные, умение взять ответственность, адекватные оценки происходящего, осознанность, в конце концов, всему этому очень сложно. И поэтому мы этим вещам уделяем большое внимание, поэтому у нас очень много проектной работы. На старших курсах у нас практически по каждому предмету проект. Иногда это проект между несколькими предметами или даже между несколькими курсами. То есть надо понимать опять, что IT — это достаточно широкое направление, и не надо думать, что это только техническое. Это вполне себе еще и гуманитарное направление. Не зря на самом деле мы в нашем высотном здании соседствуем с Институтом социальной философии наук и массовых коммуникаций, а именно с отделениями философии, конфликтологии и религиоведения. Вот. Кстати, я тоже люблю проводить пример, уж извините, раз слово взял. Насколько поменялось ощущение того, кто такой айтишник или технарь? Есть роман Нила Геймана «Американские боги», и был снят сериал несколько лет назад по мотивам этой книги. И вот, собственно, там был такой персонаж, ну, техно-мальчик, его звали. И
книга писалась в начале 2000-х годов, и там этот техномальчик был таким подростком, ну, типичный вот этот такой, сидящий в подвале, там, не в форме физической, грубо говоря, да, который, значит, одевался кое-как. А в сериале он представлен как лощеный такой, знаете, мажор, разъезжающий в машине, всегда стильно одевающийся, с иголочки, да, с прической, всем остальным. То есть IT-сфера сейчас — это модно, и это место для всех. И ITIS, поэтому тоже это место для всех. Большое спасибо. Как раз еще хотела узнать по поводу развеивания, так сказать, мифов о том, кто такой айтишник. Очень же много вообще проводится внеучебной работы. Сейчас скоро студвесна. Вообще вы готовитесь к студвесне? Да, у нас уже в понедельник будет студенческая весна, где наши программисты активно ставят номера, канву, театр, музыка, песни. У нас есть также ITIS Music, который активно принимает участие во всех мероприятиях. ITIS Music — это студенческий музыкальный клуб. У них даже есть небольшая такая каморка, где есть инструменты, ребята экспериментируют, готовят номера, учат друг друга игре на музыкальных инструментах, ну, собственно, передают друг другу те умения, которые у них есть. Вот, также есть... Также у нас есть, наверное, в общем, я перечислю, у нас есть Профорг, Спарторг, Культорг, Научорг, то есть если вы чем-то занимаетесь спортивными мероприятиями, вы бегаете, вас Спарторг за руку возьмет, когда вы поступите, и будет вас водить по мероприятиям. У нас активно развит ЧГК, люди очень хорошо занимаются и на мероприятиях занимают первые и вторые места. И, в принципе, очень много мероприятий в КФУ, где мы показываем хорошие результаты. Этот год у нас был очень таким хорошим и плодотворным. То есть все эти стереотипы очень сильно ломаются в нашем институте. Здесь люди не просто сидят, программируют и живут где-то в темном месте, а люди активно участвуют, кто-то сочиняет песни. У нас очень много людей, которые сочиняют песни, они выступают. И это отличный пример того, что стереотипы ломаются. ITIS Dance у нас целая группа есть, да? Да, ITIS Media есть. Причем ITIS Dance сейчас уже трансформировался в коллектив Art Lab, который занял на республиканском дне первокурсника первое место. Есть также, да, ITIS Media — это наше собственное студенческое медиа-агентство, которое занимается освещением внутренних мероприятий, а также консультирует младшие курсы по различным вопросам, составляет руководство, как там заселиться правильно или как там правильно что-то сделать. Вообще сложно даже, опять же, все охватить. Да, вспомнить. Вот. Есть, это, да. Ведь и у нас есть тут кураторы, то есть, например, из числа второкурсников выбираются для каждой группы первого курса два человека, которые эту группу сопровождают. То есть этим людям, этим двум второкурсникам, первокурсникам могут задать те вопросы, которые они могут постесняться задать своим куратором из числа сотрудников. Вот. Хотя на самом деле, никто не даст соврать, у нас достаточно демократичная атмосфера в плане задавания вопросов. То есть на самом деле каждый студент ITIS может так или иначе найти мой контакт и написать мне напрямую и задать прямой вопрос. У нас достаточно открыто с этим. То есть студент внутри нашего института должен быть осознан. Если он считает, что что-то происходит не так, или ему непонятно, почему есть те или иные вещи, или те или иные события, мероприятия, мы им стараемся объяснять. То есть это нормально, и осознанность — это, кстати, одна из ключевых особенностей современного молодого поколения, поступающего в университет, и надо этому следовать. То есть если раньше мы говорили, ну что ты самый умный, вот мы могли так себе позволить говорить, ну не мы там, вузы, то сейчас мы должны все-таки прислушиваться к поступающим ребятам, и нужно не просто давать им образование, но и быть навигаторами их в их собственном развитии. Потому что часто наши студенты развиваются самостоятельно, это нормально. Они слушают онлайн-курсы, они ходят сами на семинары, тренинги, конференции. И потом, собственно говоря, задают резонный вопрос, тогда зачем я учусь в университете? Но дело в том, что университет для них — это проводник по океану той информации для того, чтобы сделать из каждого из них уникального специалиста в своей области. При этом не обязательно, что университет именно все знания предоставит, потому что, повторюсь, в мире сейчас колоссальный объем информации, который можно изучать. И у нас наши преподаватели тоже активно это используют. Я с темы на тему перескакиваю. Вот, например, то есть у нас есть технология Flipped Class, не только в нашем институте, но мы ее тоже оттачиваем, когда студентам преподаватель изначально дает материал для изучения,
Потому что зачем тратить время на аудиторное, на то, что в интернете написано и сделано нормально. Например, учебник по HTML. Соответственно, мы даем этот учебник, студенты могут его посмотреть и потом уже прийти на занятия, будучи подготовленными. И потратить аудиторное время с преподавателем на обсуждение проектов, каких-то проблем, которые у них есть, чем, собственно говоря, слушать говорящую голову на занятии. Вот. Еще нужно сказать, что ребята-старшекурсники помогают ребятам в изучении. Да, тьюторство, да, точно. Еще есть у нас институт студенческих тьюторов. Это когда инициативные студенты второго, третьего курса ведут дополнительные занятия для младшего курса, которые могут не успевать по тем или иным дисциплинам, потому что все равно первый курс — это адаптация. И не все после школ готовы работать в том же темпе. У нас бывают несданные экзамены. Первая сессия вообще обычно отрезвляет многих, скажем так, и показывает студентам то, где они ошиблись в подготовке, то, что раньше прокатывало в подготовке, сейчас может уже не работать. И вот, собственно, у нас ребята со старших курсов, они ведут занятия дополнительные, инициативные, и помогают адаптироваться и исправлять пробелы в знаниях. Тогда, с вашего позволения, задам еще следующий вопрос. Вот можно ли перевестись в ИТИС? И вообще практика такая ведется, есть ли вакантные места для перевода, спрашивают. Илья. Я могу сказать, что вообще у нас есть российское законодательство, посвященное, так называется, движение студентов. То есть регламент определенный. Дело в том, что действительно есть механизмы, позволяющие студентам среди смежных специальностей разных вузов перемещаться, но это сопряжено с такой вещью, как сдача академической разницы. То есть студент, когда приходит в другой вуз с желанием именно перевестись на какую-то специальность, комиссия некоторая решает, соответствовало ли его обучение до этого тому, что сейчас. То есть какие предметы можно, те, которые он изучил, зачесть, а какие нельзя. Собственно, чем эта академическая разница больше, тем будет сложнее перевестись. Иногда просто мы не согласуем эти переводы, потому что просто есть несоответствие. Есть также вопрос частый, можно ли перевестись на бюджет, но здесь можно сказать сразу, что нет, потому что дело в том, что бюджетные места свободны, в университете их не бывает, потому что если освобождается бюджетное место, есть ежегодная комиссия, она вне институтская, то есть это университетская комиссия, которая сама принимает решение на основе заявлений, которые подают студенты, кого из лучших контрактников можно перевести на бюджет. То есть это решается даже не институтами, это есть, специально это вынесено, чтобы не было заинтересованности подразделений в этом. То есть решается, кто из подавших заявление лучших контрактников достоин того, чтобы перевести на бюджет. Я могу сказать, что все-таки практика перевода на бюджет есть. И на бюджет переводятся это наши ребята, контрактники, которые учатся на отлично. Есть определенные, есть определенные условия перевода на бюджет. Это только после первого курса, закрыты полностью сессии, при наличии свободных мест и что у этого человека не должно быть троек ни по одному предмету, и самый высокий средний балл успеваемости за оба семестра. Вот такие три условия есть обязательных, по которым человек имеет право написать заявление о переводе, чтобы комиссия потом рассмотрела. А вы про гранты сказали, да? Про гранты. Про гранты, что у них конкурс идет, нет? Я сейчас, может быть, дополню свой ответ. Потому что гранты на первый курс, они распределяются следующим образом, что сначала идет заполнение всех бюджетных мест. В этом году у нас будет 100 бюджетных мест. Это среди тех ребят, кто набрал наивысшие баллы по сумме ЕГЭ и перенес оригинал аттестата. Следующее идет зачисление. Это 30 человек грантополучателей, которые также отбираются на основе результатов ЕГЭ, то есть это вот следующие 30 человек после бюджетников, у кого есть наличие аттестата и заявление на получение гранта. Это важная составляющая, потому что есть ребята, которые осознанно не хотят получать грант, видимо, у них какие-то другие планы после окончания вуза. Вот. И тех ребят мы зачисляем.
И вот чтобы получить грант на вторые последующие курсы, необходимо очень хорошо учиться, и гранты распределяются по среднему баллу успеваемости за весь учебный год, то есть курс. Там, ну, есть определенная процедура, очень подробно у нас написано на сайте, то есть можно посмотреть, почитать. Также интересует еще про зарубежные стажировки, это, я думаю, что старших курсов касается. Ну вот на самом деле, не вру, у меня сейчас вот переписывался сегодня со своей студенткой третьего курса, ну, в своей смысле, она в лаборатории у меня находится, она уехала в Финляндию в университет Турку на полгода. То есть у нас на самом деле есть университетские программы стажировок, у нас есть департамент внешних связей, который, собственно, курирует договоры с нашими дружественными университетами во всех точках земного шара, и есть программы стажировок, то есть можно стажироваться как студентом, так и преподавателем. У нас есть практика обмена студентами с университетом, открытым университетом Пекина, вот, но, к сожалению, в этом году эта стажировка отложилась на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Однако китайских студентов мы осенью приняли. То есть мы очень надеемся, что китайская сторона сохранит договоренности и примет наших студентов, когда ситуация с этим уляжется. Вот. То есть программы есть, у нас есть и на уровне института договоренности, и на уровне университета. То есть можно участвовать в этих программах, они все доступны на сайте, о них идет информация, рассылка, то есть все это есть. Это привилегия, вообще говоря, не только даже нашего института, но и вообще всех поступающих в университет. Ну, я думаю, еще стоит напомнить о том, что совсем скоро уже будет офлайн день открытых дверей, он будет 28 марта. Вот, туда тоже можно будет прийти вместе с родителями, например, и задать все интересующие вопросы. Информация о дне открытых дверей есть у нас ВКонтакте, в Инстаграме, на сайте. Если вы увидели баннер о том, что предстоит день открытых дверей 28 марта, кликайте по нему и заходите, регистрируйтесь, чтобы мы понимали, что сколько людей примерно придет, сколько нам ожидать. Вот. Может быть, еще какую-то информацию хотите дополнить? Можно, мы можем, да. Можем такую информацию, да. Можем друг другу вопрос позадавать. Вот я мучил Лию сегодня весь инсталайф, она может сейчас мне вот ответочку дать. На самом деле, вы вроде все уже осветили, нет такого, чтобы что-то сказать еще? А вот насколько сложно учиться у нас? Вот ребята на дне открытых дверей задают такие вопросы. Насколько сложно, какие сложные дисциплины, какие, может быть, есть такие сутевые вещи, через которые человек обязательно должен пройти вот на первом курсе. Как это, 5 стадий, да? Отрицание? Да, принятие. Лия, расскажи про себя, пожалуйста, потому что ты все прошла возможные. Я все прошла, что можно было. На самом деле это отношение каждого, кто как отнесется к этому, так и пройдет. Первый курс, он всегда сложный, особенно первая сессия. В моем случае это октябрь 2017 года, можно мне забрать документы и уйти. Затем следующий семестр я сдала сессию, хорошо, я останусь. Я прошла практику последнюю у Михаила Михайловича. Ну, вроде что-то интересно, фронт пошел, это уже интересно. Здесь идет взаимодействие с сайтами. Мама, смотри, я сделал сайт. Второй курс, я стала профоргом, это уже что-то, какие-то движения, общественная деятельность. Хотела еще, наверное, добавить то, что на собеседовании действительно смотрят на soft skills, чем вы занимались в университете, что вы делаете. Мне сказали, что у меня огромный плюс то, что я профорг, то есть я умею взаимодействовать с людьми и как-то организовывать порядок. И третий курс — это, наверное, уже выбор вот этой фронт-энд разработки. То, что у нас есть управление проектами, нас учат, как правильно продать продукт, как правильно его реализовать. Поэтому я счастлива, рада, то, что, наверное, на первом курсе я осмелилась продолжить это обучение, сдавать сессии. Первый курс был самым сложным, но не нужно делать поспешных решений. Все, я ухожу, мне плохо, там 3 математики. Это все можно пережить, если как-то к этому подойти с какой-то там творческой изюминкой, натурой. Ну и вообще говоря, по моему опыту, я просто еще веду лекции по информатике в одном из потоков, и через меня проходят, то есть люди, которые сдают или не сдают экзамены, и
я могу с уверенностью сказать, что двойки за экзамены – это никогда не про знания студента. То есть у нас нет такого, что студент получает двойки, потому что он не знает. Все время какое-то стечение обстоятельств. То есть если проблема только в том, что человек не понимает, он рано или поздно ее ликвидирует. То есть чаще всего не сданный экзамен – это либо неправильная подготовка, либо человек просто, ну, ему стало неинтересно, он просто разочаровался в чем-то, решил, что ему надо отдохнуть, или он решил поменять направление, или он поспешил с выбором специальности. То есть если вы поступили и вам просто тяжело учиться, это хорошо, потому что мы только и учимся, когда нам тяжело. Когда нам легко, процесса, ну, освоения чего-то нового не происходит. Есть вопрос из прямого эфира. Наконец-то. Да. Человека вот отчислили в этом году. Может ли он передать ЕГЭ и поступить в ЦИСВИНЮС в этом году? Ну, вот, конечно, он может, да. То есть, если он успел подать заявление, чтобы пересдать ЕГЭ, конечно, да. Но вообще есть нюансы с причинами отчисления и так далее. То есть, вопросы поэтому лучше написать на нашу почту, расписать ситуацию, вот, потому что есть разные отчисления. Вот, в индивидуальном порядке. Да, там обычно смотрят. Угу. И вот на грант невозможно поступить, то есть если человек был отчислен за неуспеваемость, то он не имеет права претендовать на грант на первом курсе. А еще спрашивают также, гражданин Казахстана, вот он закончил школу в 2017 году, могу ли я поступить на контрактной основе очное обучение? Не вопрос. Конечно, мы ждем вас всех. Вы можете либо дистанционно сдавать экзамены, либо приехать к нам, сдать здесь экзамены. Обычно первый экзамен по информатике у нас бывает 13-14 июля, то есть нужно уже рассчитывать на это время. Могу ошибаться, но, по-моему, у нас и на бюджет проходили граждане Казахстана. Да, граждане Казахстана имеют право претендовать на бюджет, то есть если, конечно, они хорошо сдадут экзамены. Я думаю, что здесь вопрос в том, что вот он уточняет, что школу закончил в 2017 году. Разницы нет, вы просто приезжаете как гражданин другого государства и сдаете внутренние экзамены, либо дистанционно сдаете. Также хотелось еще узнать о том, ну, кратенько, может быть, о лабораториях. Очень много говорили о том, что практики много, да, и вот какие лаборатории, а сам okay. может быть, интересно. Я специально не знаю, мне кажется, 10 уже презентаций сделал разных, объясняющих структуру. Смотрите, лабораторий у нас много, и они абсолютно разные, то есть нет единой канвы, по которой лаборатории работают. Лаборатория, во-первых, самая понимаемая ее вещь, это есть группы людей, которые работают в рамках одной тематики или одного направления, там есть проекты, там есть студенты, которые в лаборатории прикреплены. Итак, какие у нас есть лаборатории? Первая версия – это научно-практические лаборатории, которые занимаются исследовательскими проектами, но там работают точно такие же разработчики, технологии точно такие же. Например, это интеллектуальная робототехника, это лаборатория, у нас есть нейроморфных вычислений, нейросимуляции, это лаборатория анализа текста. В этих лабораториях наши коллеги разрабатывают программные решения и на Питоне, на C++, на других языках программирования, то есть они тоже выходят специалистами. То есть наука в IT — это круто, это клево, и у нас наши студенты, некоторые, они являются сотрудниками лаборатории и также ездят на конференции международные и выступают с докладами. Второй вид лабораторий, я называю их внутренними технологическими лабораториями. Это лаборатория, которая открылась у нас внутри нашим же сотрудникам, то есть, и она занимается скорее не научной деятельностью в основном, а именно технологическим обучением. Например, у нас есть Java лаборатория, есть лаборатория мобильных разработок, есть лаборатории, связанные с облачными вычислениями. То есть там тоже есть научная работа, каждый студент в любом случае выходит с выпускной работы, в которой должна быть исследовательская часть, но она все-таки больше направлена на получение опыта в конкретных технологиях. И есть третий вид, это лаборатории наших компаний-партнеров, которые у нас открывают проектную деятельность по либо направлениям, либо по тематике. Например, это компании Bars Group, компания FlatStack, компания Set Practica, ICL и многие другие. Я никого не хочу обидеть, у нас есть полный список на нашем сайте. И, соответственно, там бывают проекты по нескольким технологиям, нескольким тематикам. Соответственно, есть лаборатории, которые совмещают и то, и другое. То есть они могут быть и научными, и технологическими, или, например, компания-партнер плюс научная составляющая. Вот. Но, в общем и целом, вот, студент со второго курса уже проходит профильные курсы по выбору, и он со второго семестра второго курса уже начинает прикрепляться к лабораториям. К третьему курсу все студенты по лабораториям распределены.
Вот Лива сейчас находится в лаборатории 42, это лаборатория компании SET Практика. Это компания, которая занимается разработкой, например, таких решений, как электронный документооборот Республики Татарстан, госуслуги Республики Татарстан и, собственно, другие тоже известные достаточно продукты. У нас достаточно активно есть еще деятельность, связанная с факультативными занятиями от компаний-партнеров. Да, у нас, и, конечно, практика такая тоже есть. Дело в том, что бывает ситуация, что к нам компания-партнер приходит в середине семестра, но у нас как бы все-таки учебный процесс, план уже определенно есть, и занятия начаты, но компании некоторые проводят инициативные занятия, рассказывая про технологические решения и технологии, которые используются внутри данной компании. Из последних, например, у нас вот недавно начался трек компании «Акбарс. Цифровые технологии» в области машинного обучения и компьютерного зрения. Вопрос есть из прямого эфира. Я так понимаю, влияет ли количество олимпиад на поступление? Может ли ученик с тройками по некоторым предметам поступить на бюджет, если он условно участвовал в огромном количестве олимпиад? С тройками это по аттестату, что ли? Здесь не уточняется. Ну вот, может быть, с тройками по предметам, имеется в виду профильным, наверное, предметом. Наверное, если... это будет... Нет, смотрите, сложно, если да? Это баллы ЕГЭ низкие, да, то на олимпиаду вот, было сказано только если там есть место, то тогда дают 100 баллов по профильному предмету. Если тройки из аттестата, то аттестат никак не влияет, кроме того, что это дополнительные за медаль баллы в размере 5 баллов, да, по-моему? Да, 5 баллов, если аттестат с отличием. Да, то есть хоть у вас там, не знаю, 3 четверки, хоть у вас все тройки, аттестат никак не влияет на... Собственно, ваш вступительный экзамен. Самое главное, хорошо сдать ЕГЭ. Угу. И такой вопрос про дополнительное образование для школьников. Вот как раз-таки, Ирина Александровна, может, немножечко расскажете о том, что у нас очень много, на самом деле, очень много курсов различных, и летние лагеря, и так далее. Вот про это немножечко. У нас есть проект «Малый ТИС». Немножечко. Ну, потому что уже скоро, я думаю, что «Малый ТИС», где мы встречаем всех ребят, начиная с 12 лет, и есть и 11-классники. У нас есть несколько таких образовательных сессий. Это мы называем осенняя сессия, когда стартует обучение с октября месяца и длится по конец декабря. Ребята записываются, изучают, например, Java, C++, разработка компьютерных игр на Unity и многие другие курсы. Есть весенняя сессия с февраля по май месяц. И у нас есть дневного пребывания лагеря. Это первые недели июня с 1 по 10 у нас в этом году будет Java штурм. И с 3 по 14 августа дневного пребывания лагеря. Большое спасибо, и в целом хочется сказать огромное спасибо участникам, представителям Высшей школы ТИС за подробные ответы на вопросы. Спасибо большое зрителям за то, что были с нами и задавали эти вопросы. Хочется поздравить Высшую школу ТИС с наступающим днем рождения, потому что на следующей неделе нам исполняется 9 лет. Вот, так что присоединяйтесь к нам, подписывайтесь на наш инстаграм, подписывайтесь на инстаграм Казанского федерального университета. Это был InstaLive с Высшей школой информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ. Большое вам спасибо, пока. Пока. Успехов вам в сдаче экзаменов. Приходите нам поступать.